как вы отнеслись к распаду СССР? Эта дата, вот, десятилетие этого события, она касается буквально всех нас, каждого в отдельности и всех вместе взятых. Потому что мы представляли единую, великую, огромную страну, Советский Союз, такой, какой он был. Вот. Но, по-моему, всем понятно, что это была мировая, так сказать, форма, одна из мировых форм человеческого существования тогда. Ну вот, а теперь вот мы можем сегодня оглянуться назад. И вы спрашиваете, ожидал ли я, например, что вот таким вот образом будет протекать преобразование, вот это наше историческое преобразование. Нет, я не думал, что столь драматично, а подчас трагично придется нам, значит, вот переживать и включаться в новые обстоятельства исторические. Поэтому, если коротко сказать, вот лично мое мнение, мне бы хотелось, искренне говоря, чтобы мы оставались в том составе, в тех своих, так сказать, взаимосвязях и взаимодействиях, в каких мы были, но чтобы постепенно, последовательно мы могли бы преобразовывать свою жизнь на демократических началах. Почему распался Советский Союз? Ну, мне кажется, это был системный кризис. То есть вся система, она оказалась недееспособной, не жизненно, так сказать, способной. Потому что пока мы здесь занимались сами собой, своей идеологией, своим, так сказать, имиджем, значит, революционным, вот от тех времен, вот все еще мы хотели быть такими именно. Мир развивался, технологически далеко ушел от нас. Так? И не только, но и в научном, в культурном плане тоже далекие расстояния оказались. Там, где демократия, там, где свобода была, при всем при том, что это не так бывает просто освоение этих данных исторических. Но при демократии, при свободе больше темпов, фактов, глубины развития общества и все, что связано с общественной жизнью. В том числе и наука, культура, технологии и так далее, и так далее. Мы же вот закрылись, сами себя отгородили от этого вот, ну, от новой цивилизации, от ее потоков развивающихся. И таким образом постепенно, шаг за шагом, незаметно, изо дня в день, вдруг оказалось, что мы не в состоянии состязаться в том плане, каком мы тогда понимали, Восток-Запад. Запад оказался более мощным, более жизненно, так сказать, способным, более жизнеспособным. А Восток, он как бы себя закрепостил в своей идеологии, в своей революционной идеологии, я повторяю. Революция ведь это временный этап какой-то, а потом надо другое что-то иметь, другие факторы развития. А этого не происходило. Вот. И вы вот сейчас интересуетесь, ну и что, как вот руководящая, так сказать, часть, элита партийная и так далее. Много было разных интересных людей. Я непосредственно наблюдал и общался, знаю. Были очень интересные люди, сильные личности, думающие, страдающие. А было много чисто механических, так, живущих
полагающих, что вот так это и должно быть, и больше никак. Поэтому в этом смысле я, при всем при том, что к Горбачеву самые разные отношения в мире, особенно в нашем постсоветском пространстве, я лично его ценю, уважаю, считаю, что это кардинальная фигура. Так, он именно, хотел он этого или нет, я уже несколько раз в своих статьях об этом писал, хотел он того или нет, но он послужил этим рычагом перестройки, а за перестройки, значит, вот дальше. Ну, были, конечно, и очень в тех условиях, так, в тех параметрах, которые тогда существовали. Например, в Казахстане я очень ценил высоко Кунаева. Это был деятельный человек, умный человек. Многое он сделал для своей республики. То же самое можно сказать о Рашидове в Узбекистане. Понимаете? Вот. У нас тоже руководитель Турдахунус Валиев тоже, так сказать, для нас был, ну, достойным руководителем. Если вот так вот персонально подходить, а в целом, конечно, с одной стороны, это было такое, значит, уже постепенно теряющее силу развития это вот такая вот слой людей, которые чисто автоматически уже, машинально продолжали свою партийную, так сказать, линию. Какие возможности советская система давала талантливым людям? Мы сейчас как бы вот находимся в какой-то обсерватории и разглядываем из разных приборов разные, так сказать, линии горизонта, ландшафта. А если в целом взять, то, конечно, то, что та историческая действительность, которая сложилась в пределах Советского Союза, она очень интересна, она многозначительна. Ну, об этом надо эпопею, как говорится, роман писать, так? Вот. Если вы имеете в виду вот выдающихся, так сказать, личностей интеллектуального порядка, так, то ведь об этом надо много и долго рассказывать. Очень в свое время, несмотря на вот эту нашу замкнутость внутреннюю, так сказать, вот ограниченность в пределах, значит, политической системы, все равно, даже, может быть, иногда и вопреки этому, в науке, в культуре, особенно в культуре, в искусстве, конечно, было сильное, большое движение, и появились очень интересные носители нового мышления, или, во всяком случае, стремление к тому, чтобы оказаться в пределах своей эпохи современной, в масштабах мира, а не только у себя дома. Как изменилась жизнь интеллигенции после распада СССР? Вот условия рыночной экономики, они ведь, так сказать, не подвластны никаким идеям каким-то иным и прочим, значит, нашим наставлениям, может быть, даже и постановлениям каким-то и так далее. Нет, тут есть свой сильный, необоримый фактор. Вот, рыночная экономика – это спрос, это, так сказать, конкуренция, это окупаемость. Если фильм, допустим, вот самый банальный, элементарный, так сказать, пример. Фильм, если фильм кассовый, значит, это успех. А что там в содержании и так далее, это мало кого волнует. И людей, так сказать, созидающих, в кинотворчестве работающих, так вот. А прежде, такого нельзя даже себе представить, прежде в наше время, как бы то ни было, суть, значит, искусства – это было содержание, гуманистические ценности, понимаете?
Вот то, что шло по традиции от великой русской культуры, литературы, это все находило свое новое выражение, отражение, развитие. А сейчас, мне кажется, мы пошли другой дорогой. Не знаю, лучше это будет или хуже будет. Но вот придут новые поколения, молодежь растет. Вот. Конечно, много такого, которое заставляет повторять то, что всегда мы говорим и в печати, и во всех средствах массовой информации, о том, что Запад в данном случае нам подсунул очень коварную, так сказать, свою услугу. Так, вот. И мы оказались не готовы, мы оказались бессильны перед рыночной экономикой. Это касается и литературы как такой, например, поскольку я имею к этому вроде бы прямое отношение. Самое простое, значит, то, что бросается в глаза, это даже тиражи книг. Понимаете? Вот по себе я могу судить. Миллионными тиражами выходили мои произведения, это считалось нормально, в порядке вещей. Сейчас, если какое-то издательство выпустит 10 тысяч, это тоже, надо этому радоваться. Вот. Буквально позавчера я был в Алмате, здесь у нас, и там вот мне предоставилась такая честь и забота открывать первую международную книжную ярмарку Центральной Азии. Ну, организаторы сделали все необходимое, все это было очень достойно, масштабно и так далее. Но вот когда мы собрались и проводили круглый стол, невозможно было, так сказать, остановить этот поток, значит, размышлений, излияний, страданий, переживаний. Вот как было, что есть, как дальше жить. И вот там я услышал такое, что по количеству изданий, наименований, вроде бы мы сейчас начинаем достигать того, что было вот до последних годов советского существования нашего. Так вот. А тиражи везде и всюду дошли до самого, так сказать, ну, минимальных, до мизерных, так сказать, пределов. Поэзия, как таковая, она стала почти что каким-то хобби. За этим круглым столом говорили, а как быть с поэзией? Вот вы меня спрашиваете, почему я не вижу каких-то поэтических сборников, книг и так далее. А зачем я буду, как издатель, этим заниматься, если этот тысячный тираж, он не оправдывает даже себестоимость этих прямых затрат, бумаги там, типографских затрат и так далее. И вот из этого исходя, они, значит, и у нас был такой разговор, мы пытались друг друга убедить, переубедить. А все-таки давайте соберемся с духом, а все-таки давайте думать. Вот даже в этом регионе, центральноазиатском, как нам быть, как... Ну, даже вот дело дошло, как спасти книгу как таковую. В своем выступлении на открытии этой книжной ярмарки я как раз так и выразился и упомянул, что давайте соберемся все вместе, возьмемся за руки и будем спасать книгу как таковую. Книгу как таковую. Потому что есть очень много других факторов современных, так, которые отвлекают, уводят читателя от книги с малых лет. И один литературовед, ну, такой, видимо, многознающий, меня очень удивил тем, что в Америке даже, вот, казалось, вот очаг всего нового, того, что, значит, мы связываем с современной цивилизацией, рыночной экономикой, даже в самой Америке, в Соединенных Штатах, значит, на государственном уровне, в бюджете предусмотрена огромная сумма, это как бюджет двух наших стран, может быть, на проблемы детского чтения. То есть они начинают сознавать, что удаляться от книги, расставаться с книгой, это значит терять
базу культуры. Так? И вот с детских лет, значит, ну, видимо, они там будут проводить всякие конкурсы, какие-то еще свои праздники, подбирать соответствующих преподавателей, учителей, чтобы книга, как я потом выразился, то есть давайте думать о культе книги, о культе чтения. Культе чтения. Потому что все остальное, все аудиовизуальные наши, так сказать, современные средства, они не нуждаются в том, чтобы мы слишком о них заботились. Они сами сейчас пробивают себе путь. Это новое явление в истории человечества. Это все понятно. Но, тем не менее, расставаться с книгой, удаляться от книги, мне кажется, это было бы огромная потеря того, что было и что должно быть. Вы сталкивались с цензурой в советское время? Я не буду сетовать на свою судьбу в этом смысле. Да, я понимал свое положение, положение наше, общее положение в этом смысле. Так вот, да, была цензура, да, идеологический, так сказать, контроль. Он всегда, значит, где-то рядом, неотступно присутствовал. Но, тем не менее, даже было более, даже это было, может быть, вызывающе в каком-то смысле. Необходимость была бороться, доказать, преодолеть вот это состояние и сказать свое слово, сказать свое видение истины. Понимаете? Здесь даже было, по-моему, какая-то такая, значит, зажигающая ситуация. Так? Вот, хотя были, безусловно, свои трудности. Безусловно, свои трудности. И я, вы правильно сказали, моя судьба в творческом смысле, и, может быть, и в личном плане, в советский период для меня это то, что мы сможем назвать для себя своим высшим, так сказать, взлетом, апогеем. Вот. Это не значит, что я сейчас вот растерялся, и вот в 21 веке я не знаю, куда мне идти и так далее. Хотя у меня свои трудности. Об этом я вот и на этой книжной конференции, значит, рассказывал везде и всюду. Иногда и в самолете вот летишь, подходит какой-то читатель: ну а где вы сейчас, чем вы сейчас занимаетесь? А я хочу прочесть вашу новую книгу там и так далее. И везде приходится говорить о том, что есть замыслы. Я и вам сейчас об этом говорю. Есть интереснейшие замыслы. Я в этом даже убежден. Но как их реализовать? Вот теперешняя жизнь, она такая, что она не дает возможности сосредоточиться и заниматься только этим и ничем иным. А в прежнее, вот в советское время, вот там было все-таки свое преимущество. Там можно было, там писатель был писатель, поэт был поэт. Он именно в этом качестве воспринимался и жил, творил именно в этом качестве. А на Западе, оказывается, этого никогда не было. Я когда бывал еще в те годы, значит, я интересовался, а кто, значит, где вы собираетесь, где вы обсуждаете свои, значит, вопросы, проблемы, а они смеялись. Не то, что смеялись, не понимали, не понимали. И был один интереснейший случай, я о нем уже рассказывал, и ну, посмеяться надо. И сейчас в Америке, значит, с одним очень интересным писателем была встреча. Мы сверстники. Вот. Он меня знает, я его знаю, я не буду его имени упоминать. И он вдруг, значит, говорит: какие вы счастливые у себя в Советском Союзе. Я говорю: а в чем дело? А вы что, несчастны? Да. Меня, говорит, никто за это, за мою книгу не посадит в тюрьму. Я говорю: какая нелепость. Долго смеялся. И когда прошли многие уже годы, времена, я вдруг понял, что там была своя истина. То есть его ничто не, это самое, ничто не противостояло ему, понимаете? Не с чем было бороться, некуда было. Хочешь – пиши, хочешь – не пиши. Хочешь эдак, хочешь так, выражай себя. А у нас все-таки была своя, так сказать, ну, образно говоря, своя политическая, идеологическая ипостась, дисциплина и так далее. Так вот, я к чему веду разговор, что
в то время сложное, казалось бы, запретное, казалось бы. Вот почему? Вот парадокс. Это самый настоящий парадокс. Тогда люди творили, тогда все выпивались. Даже наши уважаемые диссиденты, именно тогда они возникли вот как личности, как величины, исторические, творческие и так далее. Теперь мы как бы выброшены в какой-то космос. И вот кто как где выстоит, не упадет совсем, продолжит свой путь. Вот это вот жизнь покажет. Поэтому на эту тему можно долго, много говорить. И я сейчас вот высказываю свои мысли, понимаю, что многие со мной согласятся, а многие не согласятся. Какие ценности были утрачены обществом после распада СССР? Очень много, наверное, всякого, о чем сожалеть можно, так? Но я сожалею о том, что вот нет нашего какого-то единения морально-нравственного в том плане. Особенно это касается средств массовой информации. Газеты, журналы и ваше телевидение тоже. Так вот. Нет ценностей, которые бы мы все оберегали и обожествляли, если хотите. Нет сакральности. Все превратилось вот в повседневную какую-то тусовку. Вот какая-то громадная, гигантская дискотека. Так, вот. И где все, значит, вот кто-то, какая рыночная экономика шаманит, буквально это шаманит. И вот под этим шаманизмом, так сказать, мы оказались вот под этим. И все вместе толпимся, топчемся, кричим, орем, музыка оглушает нас. А того, что мы могли бы как открытие предоставить, вот наше открытие. Вот мы открыли, вот еще одно открытие. Все-таки в советской литературе совершались свои открытия. Я не могу сказать, что... Может быть, я мало читаю, может, мне не попадает. Но то, что я знаю, с чем я, что я, так сказать, наблюдаю, открытие этой эпохи, значимости, трагичности, и потенциальных, так сказать, возможностей. Вот в этом плане открытий я не наблюдаю. Значит, мы все оказались в каком-то простом беге по дороге, и все. А полета нет. Более того, я считаю, что одно из достижений, ну, поскольку я вот все время вокруг своей сферы литературы, искусства, кино, культуры, заключалось в том, что были очень активно, жизненно важно, так сказать, существовали взаимопереводы. Так вот. А когда книги, произведения написаны на одном языке, тут же переводились на другие языки. И, между прочим, русский язык как раз концентрировал в себе все это движение. Так. В этом его великая миссия, кроме всего прочего. Даже театры, например, наши пьесы, мои пьесы, они ставились в Москве. Там, значит, ну, мы, естественно, переводили на русский язык и так далее. До сих пор у меня висит одна картина небольшая литовского, значит, театра. Так, вот, допустим. Ну и за рубежом и все допрос. Сейчас не знаю я такого, так что кто-то тогда был интерес, тогда был спрос. А есть ли что у вас новое? Что у вас нового в театре, в драматическом, так сказать, смысле, в кино, в литературе? Все это переводилось. Была своя даже, мне кажется, ну вот каста переводчиков, если можно так выразиться. Отличных переводчиков, знающих именно и историю, и языки, и культуру того, откуда они, значит, что переводят. Сейчас все это идет так. Кто как, когда успеет. Нет вот этой вот системы, понимаете? Вот. Так что и в этом плане многое утрачено.
Все, возникнет ли все это снова? Сможет ли это все вернуться? Не обязательно вернуться назад, история никогда не возвращается, но возродить в новых измерениях ту культуру, которая была, я не знаю, удастся это или нет.